которой я, наверное, закончу это стихотворение. Задачка трудная. Трудная, но разрешимая, Дмитрий. Да. Попробуй. А я из времени 70-х, наивных разведчиков, вечность невзятых, с цитатами съездов, с березкой и с бамом, со складами по опозоренным храмам, с борьбою за мир, с столовским компотом, с кинсеком, кочующим по анекдотам, со Штирлицем, с очередями за пивом, с народом, сплоченно немым и счастливым. А я из времени 70-х, с Эйнштейнами на инженерных зарплатах, с иронией судьбы, с белым пивом, с таганкой, с Арбатом, не ставшим туристской приманкой, с Тверской, не пестрящей валютной натурой, с великой, не сдавшейся литературой. Да, я из того, из совкового теста, и нет мне в сегодняшнем времени места. И пусть не тупее, не слабее, чем другие, оно не простит мне моей ностальгии. Оно не простит моего ретроградства, соплей романтических нищего братства. Оно не простит, и не надо прощения. Мне в столб соляной не грозит превращение, пока ярок свет вот здесь, в Курске, на сцене, над помостом фанерным, пока мне надежду поет Анна Герман. Молодцы, правда, молодцы. Растрогали просто.